Человечество изучает космос не одну сотню лет, но только полвека назад удалось увидеть Землю с орбиты. С тех пор в космосе побывали свыше 400 человек, и большая часть космонавтов – граждане России. Но больше всех запомнились первопроходцы, а самыми значимыми стали первые открытия. Именно им, пионерам космоса и, в частности, уроженцу нашей республики Андриану Николаеву, посвящен альбом-каталог под названием «Чувашия космическая» Шоршилы. Цель книги альбома «Чувашия космическая» – это, конечно, возвысить человека космического труда, показать ярчайшие страницы освоения космоса, составляющие гордость нашего народа. В книге уникальное собрание предметов и фотодокументов из музейной коллекции, связанные со славными именами отечественной космонавтики. 500 страниц книги рассказывают не только об истории освоения космоса, но и отправляют читателя на сотни лет назад, когда космос олицетворяли, наделяли магическими способностями, а все космические явления объясняли проявлением божественных сил. От мифов древних чуваш до первого полета в космос, от фантастических идей до математических расчетов. В этом альбоме каждая страница рассказывает, как удалось человеку преодолеть силу притяжения и выйти на орбиту. Но особое место в альбоме занимает биография нашего земляка, пятого мирового космонавта и третьего российского Андриана Николаева. Он первый, кто участвовал в космическом военном эксперименте и кто провел на орбите 17 суток. Имя Андриана Николаева прославило не только СССР, но и Чувашскую республику на весь мир. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.